это сыр. Возможно, вам понравилось его название. Или вы выбираете его из-за цвета упаковки. Но на самом деле мы с вами знаем, что главное в сыре – это яркий вкус. Магнит. Выбираем самое главное. Это вода. Возможно, вам понравилась ее этикетка. Или вы выбираете ее из-за формы бутылки. А может быть, вас вдохновляет, что ее пьет ваш любимый спортсмен. Но на самом деле мы с вами знаем, что главное в воде – это кристальная чистота. Магнит. Выбираем самое главное. Это паста. Возможно, вам понравилось ее итальянское название. Или вы выбираете ее из-за красивой упаковки. Но на самом деле мы с вами знаем, что главное в пасте – это качество пшеницы. Магнит. Выбираем самое главное. Это масло. Может быть, вы выбираете его из-за цвета упаковки. А может быть, вас вдохновляет, что им пользуется ваш любимый телеповар. Но на самом деле мы с вами знаем, что главное в масле – это натуральность. Магнит. Выбираем самое главное.